кровать заправляешь? Да, кровать. Подушку. Подушку не трогай. Не трогай. Пусть лежит, как лежит. Да, я это подвинулся поближе. Ну что, все заправил, что ли? Сапаю. Да смотри, она же не заправлена совсем. Ну. О, так, вот уголок к тому уголку, да? Тянется. Да. Телефон я люблю. Угу. Убери, хорошо. Молодец. Дима заправляет кроватку. Я когда с утра просыпаюсь, сначала бегу к малышу, узнаю, как дела, что надо, попить, если. Потом ставлю чайник, делаю кофе. Пока чайник ставится, бегу, умываешься. Туда-сюда. Приводишь себя в порядок. Ну, как одеваешься. Потом бежишь, ребенка поднимаешь. А потом уже с ребенком приходишь в комнату к себе. И начинаешь убираться. Заправила. Ну, молодец, заправил. Я, блин, кушать с тобой. Да. А вот фонарь. Так. Это чья-то маска. Тихо. Села я кушать. Смотрите, короче, ела такой творожок на днях. Суховатый. Он по составу более-менее такой нормальный, но суховатый прям. Много запиваешь. Это, кстати, сочный. Он подешевле на 10 рублей. Много химии, но он посочнее гораздо. Так, иди пописи. Купил такие наггинсы. Одну коробку я уже открыла. Выглядят, конечно, они совершенно по-другому от наггинсов Мираторг, по-моему, называются. Почему-то самое интересное, везде пишут на сковородке, фритюрнице, духовке. А вот микроволновки почему нету? Самое ведь главное — микроволновка. Вот пока у меня греется, вот такие вот наггинсы себе грею. Взяла сметанку, смотрите, не хватает. Могли бы, в принципе, чуть-чуть побольше положить. Хочу ее сделать. А, в принципе, я сейчас отсюда, наверное, выложу и сделаю с таким вот чесночком. Это сушеный чеснок. Мы вместе с вами когда-то очень давно, да, давно его сушили. Его очень удобно добавлять в суп, в хлеб. Сюда вот, то есть вот в соус. Да, наверное, сейчас оттуда его наложу и положу. Да, и, наверное, с вами попробуем пить вот такую вот. Не знаю, я до конца не поняла вообще, что это такое. Подарила свекровь, какой-то сок. А тут, кстати, из него делается кисель. Даже не знаю, что это. Запахли. 2 минуты. Готово. О, прям смотрите, полный. Сейчас пролью. Ва. Какого цвета? Много не буду наливать. Попробуем. Я хочу тоже попить. Сейчас свой стакан помою. Вот это... На вкус похож действительно шиповник. Приторно-сладкий. Ну, такой сладкий, сильный сладкий. Что-то еще присутствует непонятное. Горячее. Штатив что-то было лень ставить. О, спасибо. Чихнул ребенок. Прям на наггинсы мои, да? Засрался. Я хочу попить себя. Попить хочешь? Хочу попить. Сейчас я тебе дам. Сейчас я...
приготовлю на камеру. Я вот эту из субапу подскочу. Ой, не знаю. Посмотри сначала состав. Посчитай состав. Где? Вот он. Вот он. Нет, вот тут он. Здесь. Смотри, Е с буквой Е что-нибудь есть там? Большая буква Е. Посчитай, сколько там Е добавок, тогда будет видно. А тут что написано? Угадай, мама, что написано? Угадай, мама, что написано? Ну, что написано? Вот состав. У каждого продукта есть состав. Ты не знал, да? Тут я тоже хочу попробовать. Да? Да. Сметанку не хочешь? Нет, я хочу. Не хочешь? А если не хочешь сметану, зачем ешь тогда? Я хочу попить. Сейчас сметанку, сейчас подам тебе. Он приторно сладкий, не знаю, для детей. Но, кстати, чуть-чуть ей добавки какие-то есть. Сейчас пойдем. Так, помыли стакан ребенку. Не знаю, баба Лиля кому купила его, честно. Ну, ребенку я... Ой, привела. В последнее время даю такие. Пей. Маленький эксперт. Даю пробовать такие всякие напитки. По чуть-чуть его приучаю к таким. Ну, ребенку уже 3,5, даже 3,5, 6, 3,7, наверное, да? Сладенькая. Да? Присосался, да? Сладкий, но он прям сильно сладкий, его, наверное, разбавлять надо водичкой. Ну как? Хорошо. Вкусно? Вкусно, да. Сладкое? Сладкое. Что на вкус там? Какой вкус? Вкус? Нагинси. Кого? Нагинси? Нагинси вкус. Нет, а здесь вот ты пробовал вот этот вот напиток. Какой там вкус? Знаю. Шиповника же. Мы с тобой шиповник пили? Да. Вот это да и все. Действительно. Еще и это дать. Там еще неизвестно состав-то какой. Ты состав мне так и не посмотрел. Какой там состав? Ну, куча всего, но ей добавок нету. Ну, а только одну штучку я тебе дам. Да, одну. Ну, половиночку куснуть, и да. Все, да? Да. И все, да? И ты больше не будешь просить у меня. Потому что там все-таки тоже химия всякая. А вкусно. Со сметанкой очень, кстати, вкусно. Да. Ну, такие мягкие, нежные, нежные, а нежные. А вкусно. Все, пошел? Ну, они такие более дешевые варианты от Мираторга. Ну, в соответствии, я имею в виду. Как будто эти стоят рублей 20, а Мираторг, там, рублей 70, например. Ну, так вот, примерно ценовой категории. Воду дай. Ну, и, например, эти 50, а те 150. Кого? Воду дай. Воду? Воду. Пожалуйста, воду. Все? Иди. Теперь я сяду, спокойно пойдем. А то я за целый день сегодня вообще ничего не ела. Так целый день прождала мастера, когда собралась уже садиться кушать. Достаться из холодильника и садиться кушать, он тут же пришел. Давай, когда я где? На кухне, наверное. Там тебе тяжело будет пройти, Димне. А, подожди, она в коридоре стоит у тебя, табуретка. Ну, ты не сможешь, там линолеумы. Упадешь с ней, не надо, не ходи. Тебе табуретку зачем? Если у мамы посидел с мамой. А, с мамой? Ну, ты же это... Потом покушал. Ты же кушал? Ты попозже хочешь покушать? Давай сколько танцы, там время? Танцы, давай посота. А может, ты потанцуешь? Я потанцую, да.